В экстазе ПСР. Мы раньше жили просто, без порядка, трудились кто как мог, на свой манер, проблем научных, находя разгадки, не ведая о чуде ПСР. И он пришел, свой горизонт расширив, Толстого посрамив, войдя в кураж. Как мог писать он о войне и мире, не подписав при этом карандаш? Пускай чуть-чуть повременит наука, чтоб навести порядок, нужно нам все подписать, нужны здесь только руки, и все расставить по своим местам. И возбужденный этой забавой, я бросил все и подписал, что мог. Стол, карандаш, стул слева и стул справа, пол, окна, двери, лампу, потолок. Теперь уж никому не перепутать, за надписью лишь успевай следить. Никто не будет ошибаться круто, вниз головой по потолку ходить. И чтобы взрослым людям, а не детям, избегнуть по незнанию проказ, в мужском и даже в женском туалете я подписал с сиделкой унитаз. Пришел домой, усталый и разбитый, но прежде, чем отправиться ко сну, я лег в кровать и, чтоб не ошибиться, на всякий случай подписал жену. Не занимать нам творческих амбиций, и упустить нельзя нам своего. Но чем еще бы самоутвердиться, когда не можешь больше ничего?